Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Сегодня мы встречаемся с президентом Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Рухлядевым Валерием Никитичем. И мы с ним поговорим о его жизни в спорте, его жизни в дзюдо и его общественной деятельности, которая связана со спортом глухих и вообще с людьми, которые имеют отклонения в области здоровья. Валерий Никитич, здравствуйте. Я прошу вашего разрешения, буду и голосом говорить. Бог дал мне голос, но не дал мне слух. И плюс, поскольку у нас в России очень много глухих, я буду говорить и с жестовым языком, совместно с голосом. Мои родители переехали на Украину из Сибири. Я родился в Сибири, вырос там, занимался разным видом спорта. И футбол, и в хоккей играл, и в волейбол, и в лапту играл. И в сибирский спорт тоже увлекался. Вот. И когда родители ехали на Украину, они попросили, чтобы я переехал в Одессу, в русскую школу. И таким образом я оказался в Одессе у глухих детей. И там я услышал, что были такие борцы, которые тренируются по борьбе с самбо. Я заинтересовался, что такое самбо. И встретился с этими ребятами, которые постоянно тренируются по этому виду спорта. И попросил показать приемы. Они мне показали приемы. Все просто. Я стою, вдруг я на земле, думаю, что такое, как им удалось мне сделать подсечку, зацеп изнутри. Я никак не мог понять, чтобы мне это понравилось. И поэтому я серьезно задумался попробовать этим видом спорта позаниматься. Вот. Но когда я приехал, спросил на зал, где тренируются самбисты, я обратился к старшему тренеру. Я еще по-прежнему помню такого тренера по фамилии Матюшенко. И он послушал меня и говорит, нет, у нас один глухой, шею свернул, а вы пришли, чтобы свою шею свернуть, и чтобы меня потом упаковали за решетку, я вас не приму. И, в общем, я настоял, так сильно настоял. Ну, хорошо, давайте посмотрим, как ты поборешься. Я говорю, сегодня бороться не могу, потому что я без подготовки и никогда не тренировался. Он тренер такой хитрый, умный, он все равно решил посмотреть, как я буду все-таки, как новичок, двигаться по татами. И мы там дергались, я не давал тяжеловесу у меня вырвать своим приемом. Я вот так задергал, все так смеялись, и тренеру это понравилось. И я говорю, давайте попробуем. И таким образом началась моя спортивная карьера. К моему счастью, родители вместе со мной в Одессе не жили. Я жил в школе-интернате глухих детей. И мне приходилось принимать самостоятельные решения в глубоком детстве. И таким образом это решение было принято. Потом была вторая проблема. Директор школы считает, что я буду ездить в город на тренировки. И если вдруг это случится, он будет нести ответственность. Пришлось еще второй барьер перейти с большим трудом. Мне удалось убедить директора в переговорах. Я ему объяснил, если я буду сильный человек, то я вам буду помогать, чтобы в школе была дисциплина среди глухих детей. Директору это понравилось, и он меня пустил. Второй барьер перешел. Третий барьер – это преподаватели. Говорит, вам хватит физическими упражнениями заниматься в школе, зачем вам ездить, если что-то в дороге случится, он тоже несет ответственность. Мне пришлось его убедить, если я добьюсь в спорте больших результатов, тогда школа получит имя свое. Всем удивились, да, это интересно.
в общем пустили. И таким образом я вошел в спортивный зал и в 16 лет. В 16 лет я стал чемпионом области. А там были мастера, очень хорошие спортсмены из «Динамо». Они имели звание майора, подполковника, капитана. И у всех выжил. Все удивились, какой это глухой в 16 лет. Извините, я поправлю, в 15 лет. Я выжил у всех. И таким образом я попал в сборную команду среди юношей, среди молодежи и даже среди взрослых по борьбе с самбо. И я такой был счастливый. Я даже не имел представления, у кого я выжил. А в это время там пресса так шумела по Одесской области. Говоришь, вот глухой спортсмен, у всех выжил, известных борцов, самбистов и так далее. Вот. И школа этим гордилась. И я, у меня там авторитет сильно был на высоте, и многие завожали, считая, что инвалид по слуху добился таких больших успехов на уровне области. Вы абсолютно точно сказали, да, в 70-х годах у меня была тяжелая жизнь, финансовое положение было сложное, я работал грузчиком, и зарплата была мизерной, и тем не менее мне не помешало находить время для тренировок. И, конечно, добился больших результатов, я это потом понял, стать чемпионом Советского Союза среди борцов-профессионалов. Это вообще великое достижение для инвалида. Я стал чемпионом СССР по борьбе с самбо. Стал чемпионом СССР по дзюдо среди профессионалов. И всегда дорожу этим. И всегда вспоминаю, что я смог добиться в жизни. И всегда своим примером всем глухим спортсменам говорю, вы тоже можете добиться. Вот. Но уже проходит много времени, и я вижу, пока ни один глухой спортсмен таких результатов, как я, как Комарохов по легкой атлетике, еще не добились. Но я надеюсь, еще пройдет 50 лет, какой-то талант обязательно выскочит. Вы знаете, все-таки есть какой-то предел у инвалидов. Я заметил, а вот сейчас мне скоро исполнится 74 года. За это время второго борца самбиста, дзюдоиста, среди глухих, которые могут бороться на уровне борцов-профессионалов, дзюдоистов, второго человека я уже не вижу. Поэтому эти глухие выступают только среди глухих. Среди своей категории инвалидности, а среди профессионалов-борцов у них что-то не хватает. Это надо быть сверхталантливым, чтобы бороться с такими профессионалами и проявить возможность выручить таких профессионалов-борцов, дзюдоистов и самбистов. Вот. Второй человек среди глухих есть такой человек по фамилии Скоморохов, легкоатлет. Он занял первое место в Европе среди слышащих профессионалов и пятое место на Олимпийских играх в Мюнхене. Я должен подтвердить этот факт тем, что Сергей Алипин неожиданно для меня стал чемпионом России по борьбе с умо. Первый чемпионат России состоялся, и там всплыл глухой суммист. А он дрывался и по дзюдо, и по самбо. И по моим наблюдениям я понял одно. Если с глухим человеком много-много работают тренеры, то у него что-то проявляется. И творческие способности и так далее. Я помню Олифера в том плане, когда его окружали
теплотой, не только теплотой заботы, но и создавали все возможности, чтобы Алифер вырос. У него был прекрасный сильный тренер Андрей Алексеевич Сыпаченко. Он его опекал, помогал, подсказывал, следил, ругал, требовал. И вот еще был у Алифера родной брат, который ему оказывал поддержку моральную, психологическую. И под влиянием вот таких вот факторов Алифер вырос. Вот. И мы этим гордимся, что мы можем перейти барьеры в жизни, что мы можем такие же, как и все нормальные люди. Но оказывается, не все инвалиды могут добиться больших результатов на уровне слышащих профессионалов. Потому что очень тяжело с таким человеком работать. Я сделал выводы, что с инвалидами надо серьезно работать. Не однодневкой, не какое-то короткое время, а постоянно. Я уверен, если серьезно работать, то такие спортсмены могут вырасти, показать еще больше результатов хороших. А чтобы с ними серьезно работать, государству надо оказывать поддержку таким тренерам, чтобы тренеры получали достойную зарплату, и чтобы тренеры показали всему миру, что с инвалидами можно работать. Но для этого нужно, чтобы государство оказывало внимание не только спортсменам-инвалидам, но и тренерам, которые работают с инвалидами. Я много лет выступал, тренировался по борьбе с самбо, по борьбе с дзюдо. И таким образом выработал чувство отношений со спортсменами, друзьями. И понял, что спорт – это спорт. А когда моя спортивная карьера закончилась, я был вынужден серьезно задуматься и решил продолжать спортивную работу уже в области инвалидов по слуху. Потому что я заметил, что в области инвалидов по слуху большие проблемы, очень большие проблемы. Я решил включиться, чтобы оказать поддержку, помощь в развитии не только дзюдо, самбо и борьбы, но и спорта в целом. Вы знаете, все время, по моим наблюдениям, многие руководители берут на себя руководство инвалидами не из числа глухих, а из числа слышащих, здоровых людей. И по моим наблюдениям я многое начинаю понимать, что они очень плохо знают психологию глухого человека. И таким образом какой-то разрыв получается. Недоверие слышащего к глухому, и создается проблема в развитии в целом для инвалидов по слуху. Я решил доказать, что я могу руководить. Я пришел в этот мир глухих и взял на себя руководство. И мы многое в жизни добились. И многие глухие поверили, что они тоже могут добиться, потому что они как глухие выросли среди глухих, они больше дадут эффекта и пользы, чем слышащий глухому человеку помочь по-настоящему, на мой взгляд, не смогут. А самое интересное, что слышащие могут помочь руководителю в психологическом плане, организационном плане, в техническом плане, и как специалисты-профессионалы, да. А как психологи, знающие глухих духовно и понимание человека изнутри, как почувствовать глухого человека, они этого сделать не смогут. Я хочу сказать, что у нас в России все налажено наилучшим образом. Сейчас многие
глухие руководители взяли на себя такую ответственность. И все глухие, которые возглавляют спорт, которые возглавляют Российское общество глухих, и которые возглавляют разные направления, они все являются инвалидами по слуху. Но в то же время они совмещают со специалистами числа профессионалов слышащих, и все у них получается. В других, например, в бывших республиках Советского Союза, там проблемы, там возглавляют слышащие. Таким образом, общество разваливается, потому что глухие не понимают, что они хотят, что требуют от них. И поэтому глухим не интересно. А что касается России, у нас все в порядке. Еще хочу добавить, что ребенок, который хочет сказать так же, как я раньше сказал, на мой взгляд, мне сейчас смешно об этом вспоминать, но дети, самостоятельные вопросы почему-то не решают. Да, нашего ребенка решают родители. Родители выходят на контакт и с тренерами, и с другими специалистами, и ведут переговоры за своих детей. Сейчас такое время. Родители больше берут на себя ответственность за своих детей. Мало доверяют своим детям. Надо доверять своим детям, чтобы дети уже сами принимали решения. И родители должны с ними советоваться, вместе решать. Это было бы более правильно. На мой взгляд, очень важно, чтобы в Министерстве социального развития было такое управление, где будут работать специалисты, которые смогут оказывать прямую поддержку инвалидам. У нас такого нет. Государство доверяет только общественным организациям. Это общество глухих, споры глухих, общество инвалидов, общество слепых, в лице Паралимпийского комитета. Вот. Они ведут целенаправленную работу по развитию спорта, по мастерству. А в целом по психологии, по социальной политике, связанные в чистом виде по линии спорта, таких специалистов у нас нету. Эти такие специалисты у нас в государстве будут, тогда проблем у детей будет намного меньше. Этим вопросом надо заниматься. Нужно собрать всех ученых, людей, которые имеют докторскую степень, кандидата наук. Они могут предоставить много интересных предложений нашему государству. И государству будет легче принимать решения, чтобы инвалиды развивались в правильном направлении. Сейчас, вы знаете, много чего изменилось. Наше государство оказывает большую поддержку развитию спорта. Поэтому у нас спорт в стране, в государстве России очень хорошо развивается. И на фоне этого инвалиды тоже показывают неплохие результаты. Но есть еще другая специфика. Это психологическое отношение к инвалидам. Вот это уже социальная политика. Там надо работу проводить большую. Надо привлекать социальных специалистов, чтобы влиять на ситуацию развития спорта глухих путем уверенности. И чтобы спортсмен был уверен, что он может добиться больших результатов, надо, чтобы у него были воспитатели, спортсмены, тренеры, которые могут его оттолкнуть, его уверенность на то, что он может добиться. Я думаю, что из 100 вот таких инвалидов один обязательно чего-то добьется и может показать результаты на уровне профессионалов слышащих, как я в свое время добился. Я понял, что многие глухие могут показывать неплохие результаты. Я очень надеюсь, что в ближайшее время будем ожидать таких способных инвалидов и глухих спортсменов. Дзюдо, самбо во многих регионах России развиваются таким образом. Я заметил, то много зависит от тренеров. Если тренеры с ними работают очень серьезно, с полной отдачей, то такие спортсмены неплохие результаты показывают. А если с ними никто не занимается, результатов не будет, поверьте мне.
Есть ли такие вот специфичные клубы, где именно с глухими детьми в области самбо-дзюдо работают глухие тренеры, которые, допустим, вышли из этих видов спорта и сегодня тренируют, которые получили образование, допустим, в университетах физической культуры? Здесь, но очень мало, очень мало. Я могу даже посчитать, по всей России, может быть, наберется 5 тренеров глухих. А в основном тренеры из числа слышащих, профессионалы, тренеры, заслуженные мастера, заслуженные тренеры России, они берут инвалидов глухих только потому, что государство оказывает финансовую поддержку. Поэтому из-за финансов тренеры с ними работают. Я должен сказать, что с глухими, с инвалидами очень тяжело работать, чем с нормальными спортсменами. Поэтому не все охотно идут работать с глухими и с инвалидами. Но если будет там дополнительная финансовая и государственная поддержка, поверьте мне, тренеры придут и будут с полной отдачей работать с такими трудными людьми, как инвалиды, опорники, слепые и глухие. Я считаю, нужно привлечь ученых по разработке технических средств реабилитации для инвалидов в целом. Но по глухим специфичнее должно быть техника реабилитации. И это тоже очень сильно поможет. В последнее время, по нашим наблюдениям, мы сейчас видим, Россия объединяется с китайцами по всем направлениям, включая научное использование техники. Я надеюсь, что ученые совместно с нашими российскими специалистами разработают такое оборудование, которое очень сильно поможет инвалидам перейти все психологические барьеры, которые им в жизни мешают. Спасибо вам большое, что смогли взять у меня интервью, потому что многие глухие хотят многое узнать, что в нашем мире происходит. Спасибо. Всего доброго.